Добрый день. Как вас зовут? София Иосифовна. А сколько вам лет? 94. 94 года. Так вы помните эту войну? А? Помните эту войну? Ну, а как же не помнить? Помните, да? Стреляли тоже. Но здесь поменьше стреляли в этом районе. Но все равно... Да, хорошо, что до нас не дошло тоже. Жалко людей. Ни за что погибли. Друзья, сегодня мы приехали, проведали одинокую пожилую женщину. К сожалению, что муж умер, а деток у нее нету. И она совершенно одна. Ни родственников. Говорю, ни родственников, никого нету. И женщина совершенно одна живет. Только благодаря вот вам, друзья, там помогаем людям. К ним приходит соцработник, помогает. Спасибо вам огромное, что не забывайте стариков одиноких, которые спасибо живут в Донецке. Всем. Спасибо огромное вам.